Авокодер. Как известно, на границе люди ходят хмуро, а за границей ходят веселей. Поэтому знание международного языка – это must have. И в этом видео я расскажу несколько действенных методик, благодаря которым можно выучить этот чудесный язык на уровне ракетоносителя и не выходя из зоны комфорта, может быть, даже из зоны. Родись в англоязычной стране. Just up the road from Llanbair, Pwllgwyngyll, Gogerach, Wyndrobwll, Llantysiliog, Gogogoch. Используй приложение «Привет, давай учить английский вместе». А можно как-то побыстрее? This is a cat. Общайся с британцами. Чё там? Чё там? Тренируйся при любой возможности. The next station is улица Дмитриевского. Найди себе ментора. Я тебе объясняю, причем здесь shadow box. И малый импрувет. Попроси друга помочь тебе с обучением. Карандаш. A pencil. Yes. Смотри англоязычные новости. Well, there was 45 sheep missing, like, in the lambs and everything. The sheep just count out a nice bit of money, like. Или спортивные сводки. Chelsea 4. The reason for United 1. Заведи переписку. Слушай британскую музыку. Un écossais sous la pluie. Выучить английский – это слабая и неконкретная цель. Надо ставить перед собой конкретные цели, разбивать их на подцели и охреневать помаленьку от каждой подцели. Если учиться разговаривать свободно, то надо, конечно же, искать носителей. Это курсы при посольстве, стажировка в международных компаниях, может быть, даже выезд за границу. Но не стоит также забывать и об онлайн-возможностях, виртуальных чатах и компьютерных играх. Ну и финальная мысль. Окружение должно способствовать росту. Можно, конечно, тренироваться в бобслее без снега, но кататься придется все равно по нему. Например, пример – это сборная Ямайки, которая хоть и молодцы, но проигрывают даже самым слабым сборным, тренирующимся на снежном покрытии. Надеюсь, вы поняли, к чему. А с вами был Cayman Cluster. Продолжайте развиваться, и все обязательно получится. А также императорский палец вверх, подписка и удар в колокол. How you doing?